Скорость, гудок поезда, удар. Таким запомнится 12-летней девочке день, когда она прокатилась на ледянке рядом с железнодорожными путями. Несколько дней ребенок находился в тяжелом состоянии. Беда миновала. Сегодня девочку переводят из реанимации в обычное отделение. Двое несовершеннолетних катались на станции «Чайка» от железнодорожного полотна в сторону Амурского залива. Мальчик скатился, и девочка следом за ним должна была скатиться. А в это время выехал железнодорожный поезд, подавал девочке звуковые, цветовые сигналы, но она никак не реагировала и была задета подножкой грузового поезда. Эту историю в транспортной полиции детям рассказывают не случайно. Профилактика – лучшая защита от несчастных случаев. Подобные встречи со школьниками проводят регулярно. Рассказывают о службе сотрудников МВД и о том, как не пополнить счет в статистике. Каждый год десятки детей получают травмы вблизи железной дороги. Если вы стоите на вокзале, и там есть желтая линия, за нее не надо выходить, а то можете упасть на рельсы. Когда ты гуляешь, если ты увидел, что какой-то человек там около железных дорожных путей, ну, сказать, чтобы отошел. Любители прокатиться с ветерком опасность подстерегает не только вблизи рельсов. Такая горка есть практически в каждом дворе. И, судя по колее, это пользуется популярностью у местных ребят. И все бы ничего, если бы горка не заканчивалась пропастью, в которую может попасть любой ребенок. Эту видеозапись нам прислал зритель. Обрыв не только не останавливает детей, но, похоже, добавляет азарта в опасную забаву. Обнести забором все откосы невозможно. Единственная преграда, которая отделяет ребенка от несчастного случая – это родители. Своевременная беседа может защитить чада в будущем. Наталья Ладучка, Игорь Лещук, «Панорама».